Лучшие в знаниях защиты прав потребителей. В зале заседаний городской администрации чествовали участников и победителя муниципального конкурса. Мероприятие проходит ежегодно. В нем принимают участие продавцы магазинов. В Ангарском округе более 1400 торговых точек. В этом году в знаниях закона о защите прав потребителя состязались 10. Для администрации это очень значимо, когда вы откликаетесь на наши призывы и участие в конкурсах. Это всегда мотивация, к лучшему. Ангарский городской округ, он всегда славится своим творчеством, своим настойчивостью такой для создания лучшего. Ну а сфера торговли, она, ну, наверное, к нашему счастью, она у нас очень такая многочисленная. К нам обратилась администрация, подошла, когда мы работали, и просили поучаствовать. Я, в принципе, была не против, потому что закон о защите прав потребителей я знаю, постоянно изучаем, поэтому было несложно. Конкурс проводится в два этапа. В первом участники в виде презентации представляли конкурсной комиссии краткую информацию о себе. Во втором демонстрировали теоретические знания федерального закона о защите прав потребителей.